Добрый день, друзья. Сегодня у нас замена стекла на модели Samsung S7580 Trend Plus. Видите, оно треснутое. Включаем. Разбираем телефон полностью. Достаем сим-карту, батарейку. Далее снимаем нижнюю панель. Вытаскиваем карту памяти, если она есть, чтобы она не мешалась. Таким вот образом открываем. С этой и с другой стороны. Болтик, который держит материнскую плату. Шлейф. Второй. Далее обратим внимание вот на этот шлейф, кнопка включения и выключения телефона. Шлейф экрана. Шлейф стекла, который пристегивается к экрану. Соединяем его. Далее срезаем стекло. Таким вот образом это будет выглядеть немножко побыстрее, чем феном. С этой стороны я покажу, чтобы было видно. То же самое. Здесь придется чуть нагреть термофеном, дабы не повредить кнопку Home. И аккуратно приподнимаем с этой стороны. Все. У нас стекло. Кнопка. Так вот, соединяем экран. Вот он, наш сломанный экран. Очищаем. Посадочные места должны быть чистые, чтобы экран, чтобы новое стекло прилегало плотно.
Снимаем защитную пленку. Вставляем шлейф. Таким вот образом садим на свое место. Вставляем кнопку. Проверяем, чтобы был клик. Это не очень хочет сниматься. Застегиваем шлейф стекла. Ставим плату. Забыли пристегнуть шлейф. Он тут снизу застегивается. Застегиваем все шлейфы. Ставим на место кнопку включения. Прикручиваем плату черным болтиком. Ставим заднюю панель, батарейку и проверяем наше стекло. Пожалуйста, все работает. Но обычно стекло проверяют на кнопках. Так будет более понятно, что все работает, все функционирует. Все. Будем надеяться, что эта красивая девушка будет довольна. Всем спасибо. До свидания. С вами был Дов. Ставьте лайки, пишите. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачного дня.